Здорово, гайз, с вами снова я, CG Stas. В фотошопе я уже больше 13 лет, и мне есть чем поделиться. Поэтому я рад приветствовать тебя на первом ролике из моей серии обучающих видео по фотошопу и диджитал арту. И в сегодняшнем ролике я покажу 21 способ отделять объекты от фона. Каждый я покажу на наглядных примерах от обычных фигур и форм до вырезания волос. Это видео будет крайне полезно новичкам, которые получат всю базу выделения и теории за раз вместо просмотра 30 разных роликов и уроков. А также тем, кто стал таким уже довольно-таки матерым фотошопоголиком, чтобы посмотреть и узнать кое-что новенькое. Нет смысла тянуть с двумя вещами. Это, конечно же, подписка на такой годный контент и началом этого ролика. Не будем тянуть, поехали. Что вообще означает отделить объекты от фона? Или, как еще часто говорят, вырезать. В растровой графике это означает буквальное отделение пикселя одного объекта от другого. Поясним. Любую картинку или изображение можно принять за лист бумаги, он же слой в фотошопе. Таких слоев может быть масса для коллажирования. Это плоскость, состоящая из пикселей, разноцветных квадратиков, набор которых мы и воспринимаем как объект. Фотошоп – это программа, и вся информация тут код. Наша задача при делении – сообщить, где пролегает граница между, например, человеком и фоном или объектом на столе от самого стола, а затем удалить, либо скрыть ненужную часть. Говоря языком фотошопа, замаскировать. Разница между удалением фона и маскированием заключается в очень простой особенности. Когда вы удаляете все ненужное, но косячите, случайно, естественно, или что еще обиднее, делаете все правильно, но на более позднем этапе работы понимаете, что хотите вернуть часть вырезанного объекта, или что-то в нем изменить, то вы этого уже сделать не сможете. Особенно, если история действий далеко убежала и было сделано много чего не хотелось бы переделать. Маска же – это дополнительный черно-белый слой, который убирает или делает прозрачным, если угодно, часть нашей картинки. При этом данное действие всегда можно скорректировать на любом этапе работы. Поэтому предлагаю особенно новичкам всегда делать маску, а не удалять. Надеюсь, с этим разобрались. И начнем мы по порядку размещения инструментов. Сверху вниз, слева направо. Первый и второй способ вырезки – это инструменты прямоугольного и овального выделения. Кнопка M. Сразу скажу, что данные инструменты напрямую подходят только для вырезки объектов таких же форм – произвольных овалов и прямоугольников. В практике это логотипы, мечи, блюдца, планеты, книги, коробки и так далее. Все остальные отделять от фона этим инструментом бессмысленно. Кстати, если не получилось идеально наложить форму, просто жмем правую кнопку «Трансформировать выделение» и размещаем как надо. Пользуйтесь. Третий, четвертый и пятый инструменты – это инструменты под кнопочкой L. L значит лассо. Довольно сильный инструмент для буквальной раскройки пикселей друг от друга. Обычно лассо потребует очень уверенной руки для вырезания сложных объектов. Но отлично подойдет для быстрого определения сложной формы, например, фигуры человека, для дальнейшего уточнения с помощью выделения и маски, о которой позже. Часто мне нравится использовать лассо для рисования или коррекции контура гор. Для угловатых же форм, домов, мебели или деталей механизмов пригодится полигональное лассо, которое создает прямые линии от точки до точки. Так, например, выделение многоугольника или здания не становится проблемой, контур при этом будет максимально четкий. И последний инструмент этой группы имеет свойство магнита. Он примагничивается к контуру, который сможет найти. В зависимости от настроек инструмент может быть достаточно эффективным, но для хорошей работы требует аккуратности, что становится очень долгим. Поймите меня правильно, знания предыдущих инструментов действительно нужны, но на практике используются не так часто, как, например, инструменты следующей группы. Шестой, седьмой и восьмой инструменты под кнопкой W. Первый из них будет доступен только если ваш Photoshop обновлен до версии 21, которая вышла в ноябре 2019 года, поэтому о нем тут в последнюю очередь. Быстрое выделение – это действительно быстрый инструмент для выделения объектов и работает по принципу кисти, только вместо краски – умное выделение. Если область оказывается не очень умной, ее легко скорректировать, зажав Alt для вычитания или Shift для прибавления, так система понимает, что от чего отделять и еще лучше доделает работу. Это один из лучших способов выделить любые контрастные объекты. Элементы пейзажа, такие как небо, горы, море, с углами тоже справится отлично. Так и с фигурой человека. Для волос же он не очень подходит. Magic Wand. Или волшебная палочка. Это инструмент, который выделяет пиксели по их цвету. В панели настройки можно указать размер сэмпла, образца цвета. И также можно добавлять цвета, зажимая кнопку Shift.
Справиться со многими задачами, особенно с объектами на фоне одного цвета, как в примере с кустами. Быстрое выделение тут так быстро не справилось бы. И новинка фотошопа, которая поменяла весь смысл быстрого выделения, это выделение объектов. Суть элементарна. Есть объект, показываем область, где он находится, а программа уже делает остальное. Сам инструмент делится на два. Выделение с помощью прямоугольной области, либо с помощью лассо. Тех самых, о которых говорили ранее. Отличный и быстрый элемент, который делает из любого новичка профи выделения. Для волос он все же сработает не на ура. Да и все еще часто косячит, срабатывая по-разному в одном и том же месте. Поэтому и стоит знать, как это можно поправить. Плохо работает в условиях малого контраста объектов. А чтобы все провыделить, это выделение, а как шестерка, раньше кроме кисти, да и эластика ничего и не было же. И действительно, лотфаги и староверы правы, нельзя забывать про этот каноничный инструмент. Только я предлагаю не просто удалять лишнее, а делать копию слоя, и либо делать этот слой обтравочной маской, зажав Alt между слоями, либо кликнуть на иконки слоя с итогом, чтобы создать выделение, и сделать маску на слое оригинале, как показываю на примере. Посмотрите еще раз, если не уловили. И кстати, у ластика есть аж три режима – кисть, карандаш и блок, что крайне полезно в некоторых случаях. Десятый инструмент – это волшебный ластик. Это та же самая волшебная палочка, только вместо выделения сразу выделенный цвет делается прозрачным. Тут важно следить за сглаживаемостью и смежными пикселями. Отлично подойдет для PNG или другим фоном определенных цветов. Одиннадцатый, последний, но самый интересный инструмент из стерок или ластиков – удаление фона. Это единственный до сих пор способ из вышеперечисленных, который может эффективно работать с волосами. Принцип его в том, что он стирает цвет с фона. Для этого устанавливается проба. Я предпочитаю режим однократной пробы, тогда он берет цвет из клика и не отпуская можно удалить соответствующий пробе фон. Если фон меняется, пробу тоже нужно сменить. Режим ограничения для волос подходит смежных пикселей вашей пробе и выделение краев для волосинок. Экспериментируйте. Поздравляем, мой друг, экватор пройден. Да-да, это только половина способов инструментов выделения или отделения объектов от фона. Впереди все самое интересное. Еще более быстрые и удобные способы автоматического выделения, ручные способы для профессионалов и парочка фишек сверху. Самое время подписаться на этот канал. Это абсолютно бесплатно, это крайне полезно. Это помогает мне продвигать канал, и те, кто подписываются, молодцы и красавчики. Магия автоматического выделения не заканчивается на волшебных стерках, палочках и даже на выделении объектов. Еще три инструмента, которых нельзя не знать, находятся в панели, которая так и называется – выделение. Помимо возможности управления выделением, уточнением границ, трансформации, тут есть вот эти три красавца. О каждом поподробнее. 12-й инструмент – Color Range – цветовой диапазон. Это более гибкий инструмент выделения конкретных цветов и диапазона цветов. Есть специальное определение людей или определенных цветов. Конечно, работает хорошо в условиях четких границ по цветам. Некий прокачанный вариант волшебной палочки. 13-й метод – это выделение области фокусировки. А это уже прокачанная версия быстрого выделения. Хоть суть ее по названию заключается в выделении объектов, которые находятся в фокусе, а не размытые. Появившейся кистью проводим по объекту, корректируем, добавляя или убирая лишнее. Есть настройки режима просмотра. Я обычно ставлю наложение и вывода, тут я ставлю слой маску. В результате сразу получаем неплохой результат. 14-й инструмент доступен только у счастливых обладателей последних версий программы, и называется он выделение предметов. По логике, я надеюсь, вы уже поняли, это большой брат выделения объектов. Разница в том, что система сама определяет предметы без вашего указания, а мы им уже можем корректировать результат. Шикарный и удобный инструмент, с которым любой может сделать качественное выделение за пару кликов. Все эти инструменты выделения действительно хороши в тех или иных случаях, но что бы мы ни делали, все пути ведут нас сюда, во вкладочку «Выделение и маска». По большому счету, данный способ заключается в переходе прямо в эту вкладку в меню выделения, и уже знакомыми нам быстрым выделением или лассо выделяем объект. Тут же мы сразу можем уточнить край с помощью вот этой кисточки, которая так и называется. И это еще один отличный способ, который справляется с волосами и такими объектами, как дым, облака и так далее. Настроить вывод можно также на слой маску. На практике
Часто для быстрого выделения объектов можно прибегнуть к любому способу по ситуации, и в панели этих инструментов уже есть кнопка выделения и маски. Переходим в нее, уточняем край, если нужно, и жмем ОК. Все готово. В большинстве случаев этого достаточно. Все можно сделать мышкой и реально за считанные секунды. Результат может быть не идеальным в случае с волосами, его чаще всего приходится править штампом, миксер-кистью, а в художественной обработке так и вовсе рисовать волосы с нуля. При создании сложной композиции или тем, кому нужно работать в хорошем качестве и на заказ, нужен идеальный результат. Именно здесь на сцену выходят ручные методы выделения. 16-й метод – это режим быстрого выделения. Вызывается этот режим нажатием на клавишу Q или на кнопку внизу панели инструментов. Слой становится красным, и выбрав кисть или ластик, мы рисуем область, которая должна быть выделена. Не быстро, но достаточно четко. Нажав еще раз на Q, мы выходим из этого режима и получаем выделение, которое одним нажатием превращается в маску. Только учтите, что чаще всего выделение придется инвертировать для отделения объекта от фона. 17. Можно избежать этапа выделения и сразу же прибегнуть к рисованию по маске. Создаем маску на нужном слое, и тут либо зарисовываем черной кистью фон, либо сам объект, а потом инвертируем маску, нажав Ctrl-E. После чего на этой же маске можно сколь угодно много уточнять детали. Маска будет подчиняться настройкам кисти по жесткости и заливке. Один из самых удобных и распространенных методов профессиональной практики. В моей практике встречался способы между предыдущими двумя, когда создается новый слой и цветом зарисовывается нужный объект или наоборот фон. Затем кликом по иконке слоя с зажатым контролом делается выделение и создается маска уже на нужном слое. Как вариант имеет место быть. К нему же можно отнести способ выделения через фигуры, например. И под номером 19 тот самый метод, который используют абсолютно все профессионалы и терпеть не могут и не понимают новички. Великий и ужасный Pen Tool. Заключается он в обведении контура отделяемого объекта инструментом пера. Этот метод дает очень четкий, аккуратный контур. Метод долгий, но стоящий, требует понимания работы с кривыми безье. После чего создается либо векторная маска, которую затем можно растрировать и превратить в обычную, либо делается выделение и маска по нему. Зачастую контур слишком ровный, что делает очевидным вырезанность объекта, поэтому я обычно ставлю растушевку выделения или же самой маски. Двадцатый. Касательно волос, очень часто можно наткнуться на уроки ретушеров, где они выделяют волосы с помощью каналов. Заголовки у них еще такие: самый простой, самый быстрый, лучший метод. Вообще так и было, но точно до CC-версии и уж точно до 20-й. Суть метода в том, что у слоя выбирается максимально контрастный канал, через окно каналов этот канал дублируется и делается еще более контрастным. Затем закрашиваются кистью все участки, которые просвечивают, добиваясь четкого черно-белого силуэта. Итог, из этого делается маска. Идеально? Не. Быстро? Не. Легко? Вы хоть половину поняли из того, что я сказал. Поэтому этот метод давно уже практически бесполезен, особенно учитывая нынешний быстрый способ выделения в связке с Select and Mask. 21. Ну и вишенка на торте. Еще один метод, который работает с определенными цветами, и чаще всего как раз белыми или черными. Открываем свойства слоя, опускаемся вот сюда, зажимаем Alt и тянем внутренний ползунок слева или справа, в зависимости от того, какой цвет нужно убрать, получаем вот такой результат. Часто пользуются световыми картинками или просто PNG-шками для очень быстрого результата. Три топора способов отделения объектов от фона. Я думаю, на первое время тебе их хватит. Конечно, все их сразу ты не запомнишь, поэтому постарайся куда-нибудь сохранить этот ролик. Отправь его бро, себе в чат или еще что-нибудь, а потом можешь найти нужный тебе инструмент очень быстро по тайм-коду в описании. Обязательно напиши в комментариях, какой твой любимый способ выделения, в каких случаях ты их используешь, а может быть какой-то способ я пропустил, и ты хочешь дать мне об этом знать.
поставь лайк этому видео и прожми колокольчик, чтобы не пропускать всю остальную серию обучающих видео. С тобой был CG Stas, пока-пока! Еще один секретный способ для тех, кто смотрит после титров. Нажимаем на слой, переходим в Properties, Quick Actions. Здесь есть кнопка «Удалить запись».